16 февраля 2023 года. Вот решил прогуляться. Подхожу к подвесному мосту. Здесь сидят утки. Наверное, самые смелые из них. Ждут, чем их угостят люди. Вот идут ко мне, но у меня с собой ничего нет. Как-то я тут не предусмотрел. Ну, утки, в принципе, такие крупные. Селезни. Я думаю, они обижены не будут. Те, кто не такие смелые, сами ловят рыбу там, плавают, живность какую-то ищут на льду реки Орлик. Тут чего только им не накидано. Так что выбор у птичек есть. Но они, я думаю, больше любят хлеб. Давайте посмотрим на эту зимнюю компанию. С этой стороны моста сидят на льду. Вот человек бросает им что-то. Хлеб, наверное, подкармливает. И голуби тоже слетаются на это пиршество. Что-то достается им. Вот. Хлеб он им бросает. Хорошо, добрый человек. Летит угощение, и они на него накидываются. Это замечательно, что у нас с той стороны. С той стороны у нас большая полынья. Там плавает огромное количество уток и селезней. Что-то ловят они в потоках воды. Что-то они там делают. Их много здесь. Достаточно много. Это Богоявленский собор. Часовня. Там пешеходный мостик. Почти у слияния Оки и Орлика. Это река Орлик. Почтовый переулок. Вот там, где написано «красное и белое», но там, по-моему, ничего не работает. В советское время был магазин «Юный техник» вот в этом здании. Там у нас Александровский, он же Ленинский мост. Слева здание банка. И собор Михаила Архангела, он же Успенский собор, виднеется. Вот такой замечательный вид с этого места. Мост подвесной качается. Вот. Ходить по нему интересно. Я сейчас перейду вон туда и сниму плотину. Большие кучи снега, который сгребли. Так, и что сказать? Вот такая картина с этого места видна. Плотина где-то 2,5 метра, насколько я понимаю. То есть глубина Орлика в этом месте небольшая. Но, как говорится, с ручками.
Место красивое, зрелищное. Утки, так сказать, создают движ. Поэтому орловчане любят сюда проходить, посмотреть на текущую воду, в то время как в других местах ока и орлик замерзшие, может быть. Посмотреть на плотину, на уток. Посмотрите, какие интересные узоры рисует лед на текущей воде. Красиво, да? Ледяные струи текут, текут. Как бы само время течет, приближая к нам долгожданную весну, которая уже, можно сказать, не за горами. Осталось меньше месяца ждать. Я почему говорю меньше месяца, а не две недели? Потому что у нас климатическая весна редко совпадает с природной. Но как знать, этот год теплый, может быть, в этом году она наступит немного раньше. Там виднеется колесо обозрения, которое, конечно же, не работает. Что еще сказать? Да все, наверное. Спасибо за просмотр. Подпишитесь на канал Дима из Орла в Яндекс.Дзен, в Ютубе, в Рутубе, в Одноклассниках и ВКонтакте. О, мальчик кормит уток. Замечательно. С бабушкой, наверное, пришли покормить. Вот хлеб у них. Здесь, наверное, утиная элита собралась. Они такие крупные, важные, смелые. Максимально, так сказать, социализированные с людьми. Ходят, подбирают кусочки. Довольно близко стоят к людям. Это хорошо. Ну что ж, будет у вас желание, вы приходите, покормите уточек. Тоже мужчина кормит. Хорошо. Ничего. Поголовье их достаточно большое. Зима была теплой. Так сказать, думаю, что в следующем году их будет еще больше. Расплодятся. Это у нас детский парк. Хорошо, дорожки очищены. Приятно прогуляться, посмотреть. Ну, совсем чистая плитка. Не рискую, так сказать, упасть, поскользнуться. Классно. Ну все, наверное, что еще сказать. До новых встреч.